уже пристали домой. Доктор? Дорогой, наконец-то мы опять встретились. Да? Как правда? Ваше самочувствие? Как оно, как ваше ничего? Все хорошо? А вы слышали, что 90% потребляемого в России этилового спирта производят из китайских фекалий? Что вы говорите? Да, нет, это пропаганда, Россия, миленькая, любимая, милая, прощай, но только пой, пой вслед за мной. Здравствуй, Китай! Умей-ка свой космический пафос, лучше беги-ка, доктор, к пластическому хирургу, сделай себе эпикантус. Алексюр де Катце, все коту под хвост. Не свет. Алексюр, здоровьем. Что ж, постпанковский синдром. Не светит тебе ни ЕС, ни ТС, ни АТС. Забудь про СС, продай по хорошей цене свой раздолбанный Мерседес. Алисюр де Катце, все коту под хвост. Да не спеши, покупать ты себе Ладу Калину. Купи себе великую стену на высококачественных шинах из канской резины. Слышишь? Хватит, жарить спирт, жрать водку до квас. Лучше подумай о том, как транспортировать газ. Хлебни, завари себе и хлебни пуэр, тигуань-инь или кудинь. И отправляйся-ка в Шаолинь, да только не лезь со своим уставом в чужой монастырь. Поспеши отдать лучшему другу его Сибирь. Пускай цветут 100 цветов, как завещал великий Мао. Слышишь? Перестань слушать, как ты сказал, не горумов, а гоблинов из петербургской трясины. Слышишь, миленькая, давай штудируй труды товарища Дэн Сяопина. Не беда, что ржавеет в парке пеших прогулок имени Пешкова твой белоснежный буран. Китай отправит тебя в открытый космос за твой же счет копать лунный уран. Да, да, да. Забудь про франкский, германский, афганский, американский, вайнахский и дагестанский. Учи китайский, Алисюр де Катце, все коту под хвост. Ein, zwei, drei. Здоровье, посттравматический синдром.